С новым председателем новое свершение. Члены регионального отделения Российского военно-исторического общества обсудили планы на будущий год, а их много. Как и прежде, организация будет работать с поисковиками, устанавливать мемориальные доски, заниматься воспитанием молодежи и проводить различные мероприятия. Кроме того, общество планирует вплотную заняться вопросом установки в Иванове памятника Дмитрию Пожарскому. Сейчас идет сбор необходимых исторических документов. Это, я считаю, главное наше достояние. Князь Пожарский имел в Ивановской области две отчины, Нижний Ландах и Никола Мугреевская. И еще один главный момент. Впервые в Ивановскую область приедет проект «Дороги Победы». Никогда такого еще не было. Более 80 автобусов со студентами, школьниками и ветеранами приедут к нам. Это где-то около 5000 туристов. Они посетят наши города. Мы сейчас выстраиваем маршруты. Я думаю, что они посмотрят нашу область, и им здесь понравится.